Суворовцы провели субботник у памятников героям Великой Отечественной войны в Дубосарском и Григориопольском районах. Привели в порядок обелиски воинам, форсировавшим в апреле 44-го Днестр, а также стелу на месте гибели летчицы Марии Кулькиной. Личный состав Тираспольского суворовского военного училища выезжают по местам боевой славы, тем самым чтят традиции, помнят историю, которую нам оставили наши предки, отцы, деды, прадеды, отстояв на этой земле мир и победив фашизм. Мы наследники этого всего, и мы обязаны просто передавать это из поколения в поколение. Суворовцы вымыли памятники и обелиски, освежили краску и убрали территорию вокруг них. Патриотические акции, как День памяти, мужеству и стойкости героям Великой Отечественной в Суворовском училище проходят постоянно.